Всем привет! Сегодня мы решили приготовить чаджангмён. Чаджангмён – черная корейская лапша, хотя вообще это блюдо считается китайским, пришедшим много лет назад в Корею. Это простое, но нереально вкусное и весьма сытное блюдо. Если вам нравятся корейские блюда и острая кухня, обязательно оставайтесь с нами, а мы приступим к приготовлению. Итак, мы купили вот такую лапшу быстрого приготовления. Как вы видите, к лапше прилагаются специи и черный бобовый соус. Итак, берем 600 мл воды. Ставим кастрюлю на плиту и наливаем воду. Когда вода вскипит, кладем приправы и саму лапшу. Варим в течение 5-6 минут. Затем сливаем воду, но не всю, оставляем примерно 8 ложек воды. Добавляем чаджан соус. Все хорошенько перемешиваем. Вот и все, наш чаджангмён готов. Перекладываем в подходящую посуду и можно подавать. Основная особенность этого блюда – это наличие оригинального соуса. Соус достаточно густой, а вкус у этого блюда насыщенный, ароматный и острый. Что ж, а мы желаем всем приятного аппетита и увидимся в следующем видео. Всем пока и до новых встреч!